Сегодня на улице прекрасная погодка, поэтому расскажу про то, что уже связала, про планы, потому что новые ниточки лежат, ждут своего часа. Вот это совершенно новая шапочка у меня. Очень интересная моделька, одевается как капюшончик на завязочках. А вот здесь вот такое место интересное, куда можно спрятать свою прическу. У меня длинные волосы, очень это удобно. Вот такая интересная форма, вот такая поперечная идет косичка, здесь идет косичка, резиночка такая с косичкой вытянутой, а здесь поперечная косичка. Ну, вот такое все заканчивается вот таким ярким радужным помпончиком. Ну, конечно, мне такое делать уже, мягко скажем, не по возрасту, а вот ребенку в самый раз. Длинным волосом. Себе я более в однотонном каком-то цвете связала. Или в каком-нибудь, не знаю, переходы такого серого, бежевого. Ну или банально черного. Конструкция очень понравилась, очень удобная шапочка. Еще у меня одна шапочка связана, уже опробованная. Уже ношеная, уже понравилась. Чем она отличается от других? Здесь вот такое отверстие для хвоста. И вот это у нас тут бусинки. Не просто для украшений, а это. Эту дырочку можно затянуть и спрятать. Хвост внутрь, ну, если есть такое желание. Ну, в принципе, это именно для того, чтобы носить шапочку, хвостик длинный, выпускать наружу. Вот такая шапочка яркого, неонового, розового цвета. Цвет очень такой жизнерадостный. Так, что мне еще? Ну, это все то, что я связала на данный момент. Что буду вязать? Вот еще две ниточки. Не знаю, виден ли перелив. Тут люрекс такой разноцветный. Такая искорка на солнышке. Это будет хомут. У меня уже белая шапка была. Вот заказали такой хомут. А это вот такие же, как шапочка. Малиновая, такая же ниточка, будет беретик. Все это у меня акрил, абсолютно все. Мне сказали одно место, где возможно купить не очень дорого нормальную ниточку, но туда я еще не ездила. Если найду, расскажу где. Обязательно расскажу. Спасибо за внимание.